В администрации городского округа Люберцы прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений ведомства отчитались в проделанной работе. Подробности далее. С 1 по 9 марта в Люберецкую полицию поступило более 2000 обращений. На территории обслуживания ведомства совершено 31 преступление. 29 уголовных дел стражи порядка раскрыли по горячим следам. 10 человек у нас задержано в порядке 91-й, за неделю было в последующем арестовано. Произошло 214 дорожно-транспортных происшествий с одним пострадавшим. А пожары, которые произошли на минувшей неделе, обошлись без пострадавших. За отчетный период люберецкие огнеборцы совершили 60 выездов по сигналу тревоги, участвовали в ликвидации 13 пожаров, 5 из которых зафиксировано на территории Люберец. 3 пожара произошли в производственно-складских зданиях, 1 пожар произошел на автомобильном транспорте. Люберцы, Малаховка, улица Просеки, дом 19, легковой автомобиль, в результате пожара пострадавших нет, и 1 пожар произошел в новостройке. 3 марта Люберцы, улица Камова, дом 5, корпус 1. В результате пожара выгорел кабель в шахте с 1 по 17 этаж. В домах городского округа Люберцы продолжается замена лифтов. В этом году работа проводится в 24 многоквартирных домах. Обновлению подлежит 87 единиц оборудования. Первая очередь 22 лифта выполнена в полном объеме, вторая очередь 65 лифтов. На сегодняшний день 27 лифтов в работе. Предварительные сроки окончания работ по второй очереди – это третий квартал 2021 года. На совещании обсудили благоустройство территории, содержание дорог, а также вопросы, связанные с вывозом мусора и работой системы здравоохранения. В конце встречи рассказали о достижениях люберецких спортсменов. Ирина Попова, Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.